Нет, 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 вам не показалось. Это действительно два абсолютно одинаковых автомобиля. Suzuki SX4 Sedan. Но все же они имеют некоторые отличия. Какие именно, спросите вы? Немного терпения, и скоро вы все узнаете. Доброе утро, меня зовут Сева Кущинский, вы смотрите «Тест-драйв». Если вы еще не догадались, в чем секрет, рассказываю. У этих автомобилей разные модификации КПП. И сегодня в ходе парного теста на примере этих машин мы определим все плюсы и минусы механики и автомата SX4. Но прежде чем приступить к испытаниям, давайте для начала познакомимся с автомобилем. Итак, Suzuki SX4 Sedan. Бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 107 лошадиных сил. Бестселлер на российском рынке. Надежный, комфортный автомобиль. Пробовал найти дефект окраски, ну или хотя бы неравномерный кузовной зазор. Замучился искать. Зато не обратить внимания на большой дорожный просвет невозможно. У SX4 Sedan клиренс превышает стандартные для легковых иномарок 15 сантиметров. Еще один немаловажный фактор, на который просто не могу не обратить внимания, это удобная посадка. Для того, чтобы попасть в салон, почти не приходится пригибаться. Не менее весомым аргументом в борьбе за покупателя является и современный внутренний дизайн. Лаконичные приборы, приятный и на вид, и на ощупь руль, симпатичная центральная консоль. Что ж, приступим к испытаниям. Версия с четырехступенчатым автоматом берет старт, что называется, легко и непринужденно. Отпустил педаль тормоза, и машина покатилась вперед. Никакого риска заглохнуть. И неважно, нажимаете вы на акселератор или нет. Мотор отличается поразительной бесшумностью работы. На холостых оборотах в салоне его совершенно не слышно. Разгоняется машина шустро и динамично. Да и расход топлива у Suzuki хорош. В среднем составляет 8 литров на сотню. Правда, эта коробка потребует доплаты в сравнении с механической версией. Да, что ни говори, а на автомате особо не погоняешь. Все-таки этот тип трансмиссии больше подходит для городских променадов, ну и в пробках удобнее. А теперь давайте проверим, как обстоят дела с механикой. Безусловно, SX4 с механической пятиступенчатой коробкой передач скорее подойдет водителям, которые с автомобилем на «ты». Хотя здесь все понятно и просто. Коробка передач работает четко, как часы. Оптимальный, удобный подбор передаточных чисел. Мне нравится, как машина разгоняется. Очень динамично. Да и расход топлива у механики процентов на 10 поменьше, чем у автомобиля с автоматической трансмиссией. В городской сутолке машина с автоматом – это практически аксиома. Но если вам повезло и в вашем регионе нет пробок, да и опыта вождения у вас достаточно, то SX4 Sedan и с механической коробкой сможет проявить все свои плюсы. Увидимся на НТВ.